пожалуйста, к нам. Клади. Клади. Умничка. Умничка. Молодцы. А ну-ка, напомните мне, пожалуйста, а как называется вот эта буковка? Что это за У? Вы будете ножками топать. Готовы? У. А, О, И, У. А, О, И, У. Молодцы. Такой. Оранжевый. Это оранжевый. Оранжевый. Итак, нам нужно разукрасить буковку А внутри красный, Дариш, так, чтобы мы не выходили за пределы буковки А. Какую буковку мы с вами разукрашиваем? А, Аришенька, выбери один цвет, который тебе нравится больше всего. Желтый. И желтеньким разукрась буковку А. У тебя красный нравится. А Халит оранжевый. Это здорово, что у всех разный выбор, да? Так, молодцы. Аришенька, внутри вот буковка А. Давай теперь буковку У. Ты тоже будешь оранжевым цветом? Да. Можно же... Такой. Нет. А это что? Удочка. А это что? Алёна. Уточка. А вот это что? Смотрите, вот это. Апельсин. А вот это? Аист. Аист. А вот это что такое? Автобус, конечно. А вот это кто? Ангел. Ангел. А вот это что такое? Ананас. Ананас, конечно, это ананас. Это мой ананас. Знаете, что мы сейчас будем делать? Итак, Аня дает вам ножницы. Оп. Молодец, есть. Теперь давай ананас отрезаем. Ой-ой, вам цапля и аист. Аист, аист. Ариш, отрежешь и все. Ничего не порвал, ты же только учишься. Автобус, следующее. Это ангел. Давай вместе с ананасом отрежем. Давай. Нет. Укроп. Нет. Укроп. Или удочку. Или уточка. Давай в правую ручку возьми. В правую. Где твоя правая рука? Утка. Мы неправильно с тобой. Все. Оп. Давай, вот смотри, я тебе подскажу. Вот тут улитку будем носик. Давай. Аккуратно обходим носик. Клюв. Клюв. У утки клюв. Ариш, ты закончила? Да. Как ножницы передаем? Как показывать? Как Аня давала нам ножницы? Вот. Спасибо. Делаем маленький поворот. Маленький. Все, стоп. Большой нам не надо, нам немножечко. Мы берем любую картинку. Это кто у меня такой? Аист. Слово аист с какой буковки начинается? Аист. Поэтому я приклеиваю куда? Там, где А, да? Вот я наношу клей. Смотрите, вот так провожу клейшим карандашом. Ариночка, выбираем любую картинку. Утрочку. И вот я приклеиваю своего аиста там, где приклеивай. А. Так, утюжок. Ариша, а ты какую взяла? Выбирай картинку? Следующую картинку. Нет, уточка. С какой буковки начинается? У. У. Хаточка, какой ты звук слышишь в начале слова? Улитка, да? Какой звук, Ариша?
буковками, кружочками, все буковки О. Так, Аришенька, а ну смотри внимательно, какие буковки закрываем. О! О! Буковки закрываешь? О! Да, а как меня зовут, скажите? Оля! Мое слово, мое имя начинается с такой буковки? О! Оля! О! О! Милочка, все у тебя получается. Сюда горох. Можно я делаю? Правильно, конечно, ты делаешь. Давай, давай. Так. Умничка. Умничка. Горох. Капуста. Молодцы. Кукуруза. Капуста. Тыква. Капуста. Тыква. Что следующее? Капуста. Дальше. Тыква. Капуста. Теперь Ариша выкладывает. Сейчас, давай. Давай, 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 клади. Морковка. Что потом? Нет, стоп. Стоп, стоп. Что следующее? Я люблю. Кукуруза. Давай, Ариш. Да, морковка. Давай. Следующее, что мы выкладываем? Морковка. Следующее, что выкладываем? Кукуруза. Следующее, что? Морковка. Ариш, внимательно. Морковка. Следующее? Кукуруза. Следующее, Ариш, что выкладываешь? Ты же кукурузу положила. Смотри, за кукурузой разве кукуруза у тебя идет? Нет, что у тебя за кукуруза идет? Морковка. Кукуруза. Следующее. Морковка. Следующее. Кукуруза. Браво! Молодец. Теперь, Аришенька, ты. Помидор. Баказан. Баказан. Помидор. Баказан. Дальше, Ариночка. Помидор. Баказан. Помидор. Баказан. Умничка! Расскажи, пожалуйста, тебе сегодня понравилось в мечте? Да. Понравилось? Да. А тебе во что больше всего понравилось играть? Мне понравилось играть в Олди. А мне понравилось, Ариш, вырезать. Что вырезать? Картинки. Картинки тебе больше всего понравилось вырезать. А тебе, Ариш, что больше всего понравилось? Арина, что тебе больше тоже понравилось вырезать? Да. А в осень играть вам понравилось? Да. Как тебя зовут? Лариса. Ариша, расскажи мне, пожалуйста, где ты находишься? В мечте. В мечте? А ты сюда каждый раз приходишь? Да. А что ты тут делаешь, расскажи. Ради. В разные игры играешь? А что тебе нравится больше всего? Какие игры играть? Вырезать. Вырезать? Это ты сегодня вырезала, да? А что ты вырезала? Ты можешь рассказывать? Ослика. Ослика вырезала. Еще кого вырезала? Уточку. Уточку. А еще мне, пожалуйста, а ты сегодня буковку новую узнала? Да. Какую? О-о-о.
замечательно. А ты любишь приходить в мечту? Люблю. Да? Каждый день. Каждый день любишь? Каждый день приходишь в мечту? Ну, замечательно. А ты знаешь, что мы тебя тоже очень любим и каждый день тебя ждем.